Питер пропал 25 декабря 1908 года. Его так и не нашли. Некоторые тайны прошлого лучше не ворошить. Мы кое-что нашли на раскопках. Могилу одного мальчика. Питер Хоффман. Жестокий был паренек, раз его закопали заживо. Его мать была ведьмой. Поговаривают, она все еще ищет сына. И что она не успокоится, пока не воссоединится с ним. Материнская любовь не знает границ. Мама, гостья из тьмы. В кинотеатрах с 6 февраля.